понимаем, что вам необходимо идти на работу, но вы находитесь без средств защиты. Поэтому предлагаю вам здесь комплект масок и памятка о том, чтобы оставаться здоровым. Спортсмены, которые привыкли получать поддержку трибун, теперь сами поддерживают своих болельщиков. Представители мини-футбольного клуба «Динамо Самара» раздают самарцам набор масок и памятку с правилами поведения во время пандемии коронавируса. Футболисты уверены, что это позволит, пусть и немного, но снизить риск распространения новой инфекции. Я думаю, если каждый будет соблюдать правила, будет надевать маски, это как предотвратит какое-либо распространение вируса. То есть, по крайней мере, оно его ограничит. Если каждый сделает маленький шажок, да, в целом вирус перестанет распространяться, и как-то мы преодолеем эту напасть. Такую инициативу самарцы оценили по достоинству. Это правильно. Людям надо напоминать об этом. То, что здоровье очень важно. Заботьтесь не только о своем здоровье, а о здоровье пожилых людей, которые, в общем-то, самая большая группа риска. Футболисты патрулируют улицы вместе с сотрудниками полиции, которые контролируют соблюдение режима самоизоляции и выясняют, по какой причине человек вышел на улицу, проверяют наличие справок от работодателя. По какой причине вы находитесь на улице? С работы идете? Разрешение? Давайте посмотрим на вашу справочку. Бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты спортсмены-волонтеры будут по всему городу до тех пор, пока не закончатся все маски, которые они закупили. А это 100 тысяч штук. Здоровья вам. И вам здоровья. Всего доброго. Андрей Горгуленко. События.